Я разные видала края и города, с какими-то, бывало, я дружбой горда. Иные были суши и сдержанней подчас, у них ведь тоже души такие ж, как у нас. И это верно, ведь город создают не только архитекторы, его творят время и сами люди, в нем живущие. Верно и другое, города, будь то большие, столичные или маленькие и захудалые, не города вовсе, а городишки, платят людям той же монетой, накладывая свой отпечаток на жителей и запоминаясь надолго тем, кто бывает в них всего единожды. Особо ничем не примечателен наш совсем юный, затерянный среди сопок городок. Почему же таким близким и родным стал он для многих из нас? Не потому ли, что лучшие молодые годы проходят именно здесь, а не в престижных столицах? И вот уж действительно, мал городок, да дорог. Раскинулся город Фокино у подножия Большого Иосифа. Если подняться на вершину горы, то перед взором откроется удивительная панорама. Акватории залива Стрелок и бухта Обрек будут видны множество островов. Самый крупный из них – остров Путятина и Аскольд. Далеко внизу различимы очертания поселков Дунай, Руднево, Крым. Все они входят в черту города, ведь площадь, занимаемая Фокино, более 20 тысяч гектаров. Через город проходит главная транспортная артерия Приморского края, которая соединяет Фокино с Находкой, Владивостоком, Уссурийским аэропортом. С самого начала наш город задумывался как спальный район для военных моряков, вне промышленности и сельского хозяйства. Поэтому большинство имеющихся предприятий принадлежат к сфере обслуживания. Завод железобетонных изделий, котельные, склады, автотранспортные предприятия вынесены за пределы жилой зоны. В городе 9 школ, 7 детских садов, 15 библиотек. В прошлом году введен в эксплуатацию новый корпус центральной городской больницы. Завершается строительство нового жилого многоквартирного дома. Постепенно поднимаются стены православного храма в честь апостола Андрея Первозванного. О событиях, происходящих в городе, фокинцы узнают из программ студии местного телевидения. А творческие коллективы Центра досуга «Спутник» и Дома офицеров флота радуют горожан веселыми праздниками и концертами. Thank you.
Любимое место отдыха фокинцев – Центральный городской парк. Памятник Марии Цукановой, Аллея Победы, обелиск, посвященный 300-летию российского флота, зенитные орудия, снятые с боевого корабля – все это создает специфический колорит города, города военных моряков. Огромную роль в планировке города играет обилие зеленых насаждений и естественная, неповторимая природа Приморского края. Уникален животный и растительный мир островов Путятина и Аскольд. На островах обитают редкие эндемичные виды животных и птиц. Цветет лотос, а причудливые скальные образования создают удивительные памятники природы. Как у всякого другого, есть и у нашего города своя история, которая тесно связана с освоением и развитием Дальнего Востока России. В середине XIX века для обеспечения безопасности приморских и приамурских земель к берегам Приморья направляются военные корабли Балтийского флота. В 1859 году внимание моряков крейсера «Стрелок» привлекла красивая бухта. Прилегающую акваторию назвали заливом «Стрелок», а бухту – «Обрек», по названию одноименного клипера «Обрек», входившего в ту же эскадру. 32 года спустя на этом берегу было основано селение «Промысловка». В официальном акте Главного переселенческого управления 1912 года так говорится о селении Промысловка, основано в 1891 году. В нем состоит душ мужского пола 96 человек, женского 88 человек, всего 184 человека. В селении ни церкви, ни школы нет. Промысловка находится от Владивостока по морю в 60 верстах, по суше в 100 верстах. Главные занятия крестьян – земледелие, скотоводство, рыболовство, пчеловодство, промысловая добыча золота выше Домышлина. Город Фокино расположен в так называемом «золотом поясе России», и в настоящее время на его территории разведано несколько рассыпных, 10 коренных и 5 прибрежно-морских месторождений драгоценного металла. В 30-е годы на территории села Промысловка приказом наркома обороны был сформирован стрелковый полк.
силами которого были построены три первых двухэтажных кирпичных дома, казарма, разбит стадион, сохранившийся до сегодняшнего дня. В 1943 году полк переформировали в отдельный батальон морской пехоты. В боях с японскими самураями в августе 45-го личный состав батальона проявил героизм и мужество. В послевоенный период решающую роль в судьбе промысловки сыграло посещение здешних мест Никитой Сергеевичем Хрущевым в 1958 году. Как рассказывают очевидцы той встречи, Никита Сергеевич сказал: «Я вам гарантирую, что здесь будет настоящий город с перспективой развития наших военно-морских сил. Будет сделано все, чтобы вы не чувствовали никаких неудобств». Так и было. Бурно пошло строительство, и через 5 лет, в 1963 году, село Промысловка переменило статус и название. На карте появился поселок Тихоокеанский. Поселок рос вместе с Тихоокеанским флотом. В 70-е, начале 80-х годов на флот приходят большие корабли с большими экипажами. Жилья требуется много, осваиваются новые микрорайоны, строятся детские сады, школы, магазины, административные здания, кинотеатр. И в 1980 году поселок Тихоокеанский становится городом Фокино с открытым названием Шкотово-17. Наш город – это маленькая клеточка в организме страны, и процессы, здесь происходящие, отражают жизнь многих моногородов, жизнь вооруженных сил и России в целом. Поэтому, когда в 1985 году резко сократилось финансирование объектов Министерства обороны, строительство прекратилось. Стало не хватать средств на содержание жилого фонда, на выплату заработной платы. Падает жизненный уровень, растет безработица. 1994 год считается годом возрождения Фокино. Город получил статус ЗАТО, закрытого административно-территориального образования, что обеспечило прямое финансирование территории из федерального бюджета и позволило провести реконструкцию жилищно-коммунальной сферы. За последние 4 года в городе произошли существенные перемены. Была реконструирована центральная и достроена новая котельная. Восстановлены бойлерные, заменены трубы первого и второго контура. Производится целенаправленный ремонт внутридомовых сетей. Город, практически не имевший централизованного теплоснабжения, получил тепло и горячую воду. Одновременно шли работы по обеспечению города водой. Реконструированы водозаборные сооружения на городском водохранилище. Проложены новые водоводы. На фоне общего энергетического кризиса в крае в прошлом году у нас практически не было отключений электричества в жилых микрорайонах. 1998 год стал поистине историческим для жителей острова Путятина. На остров проложен подводный электрический кабель. Впервые рабочий поселок получил постоянное промышленное электроснабжение и надежду на возрождение. Конечно, не все проблемы у нас решены. Многие из них напрямую связаны с общим экономическим положением в стране. Но город живет и надеется на лучшее будущее.